Ну что, доброе морозное утро, уже шапки, уже жилетки, комбинезоны. И мы с вами едем забирать 86-ю, она наконец-то пришла. И сейчас мы едем в Мечково ее забирать. Сейчас сначала за прицепом, а потом за ней. А кто это тут у нас приехал наконец-то? Наконец-то приехала моя малышечка. Сейчас будем сгружать, будить водилу. И сгружать. Блин, какая красотка вообще. Соскучился. Все, вернулась. Санек упаковал ответственно. Скотч. Уёч. С полтычка. Запустилось, все проверили. Приборка сейчас, панель приборов сейчас живет в аресте. Придется ее обратно вернуть. Возможно, вы думаете, что приключения 86-й в этом году закончились. Я до позавчерашнего дня тоже так думал, но приключения ее только начинаются. Сейчас мы едем в ангар, ну и я вам дальше все расскажу. Так, водичку мы слили, сейчас заливаем антифриз матюлевский, сейчас заливаем масло, заливаем антифриз, оп, заливаем еще макул, в общем, все делаем. Так, слабонервных просите удалиться от экрана, сейчас будет вскрытие. Оп, стоп, нет, что-то пошло не так, помогивай. Оп, ой, кишки Винтерса, вот так он выглядит изнутри. Плотно, плотно. Хорош, наверное. На прокачке сцепления. Вань, давай, прислоняй. Вот красота какая. Ой, красота. Ой, красота. Смотрите, крупный карбон. Щелють. А как проходит ваш пятничный вечер? Так, ну мы тут... движениях.